Гранд-Кайон, США. Дорога к этому месту не близкая, ведь оно расположено на высоте 1200 метров. Для тех, кому неведом страх высоты, над Большим каньоном имеется отступ целых 20 метров. Но это испытание для самых смелых, ведь стены и пол этого сооружения стеклянные. Открыв глаза, туристам удастся полюбоваться красотами каньона, в котором существует целых 4 геологических эры Земли. Тайпэй 101, Тайвань. Этот небоскреб видно практически из любой точки города, ведь он один из самых высоких в мире. В пасмурную погоду с высоты 101 этажа ничего не видно, но зато можно в буквальном смысле побывать в облаках. А в ясную погоду, воспользовавшись услугой аудиогида, есть возможность не просто посмотреть все красоты города, а также узнать о его истории. Еще одна особенность Тайпэй 101 в том, что площадка расположена под открытым небом. Водопад Игуасу, Бразилия. Сами по себе водопады являются уникальным зрелищем, а мощные водные потоки, окруженные невероятным количеством зелени, так и вообще вызывают неподдельный восторг. Если вас не пугает бурлящий омут, обязательно пройдитесь по смотровому острову, расположенному на опорах прямо над ним. 80 метров красоты и радуга невероятных размеров ждут вас в Бразилии. Даштейн Скайвелк, Австрия. Кто-то мечтает проснуться и насладиться бескрайними просторами моря, а кому-то по душе холодные снежные горы. Освежиться и получить порцию невероятных впечатлений можно, отправившись на Даштейн Скайвелк, который еще называют балконом в Альпах. 2700 метров над уровнем моря и сильный ветер. Но все это компенсируется надежно закрепленным балкончиком, с которого открывается роскошный вид на заснеженные вершины. Sky Tower, Новая Зеландия. Здание телебашни в Новой Зеландии – самое высокое строение в Южном полушарии. Три уровня смотровых площадок, где можно увидеть весь Окленд. Плюс необычный ресторан, вращающийся вокруг своей оси. Отправившись на ужин в таком, можно не только получить гастрономическое удовольствие, а и проверить свою выдержку, ведь висеть придется на высоте более 300 метров. Бурдж-Халифа, Дубай. Скоростной лифт домчит вас до последнего этажа, расположенного на высоте 555 метров за считанные секунды. Кто был в Дубае и не был на этой смотровой площадке, считай, не видел здесь ничего. Здесь к услугам туристов панорамные окна и огромный экран. Сент Скай Парк, Сингапур. Это, несомненно, одно из самых обширных мест для любования тамошними местами. Целых 12 400 метров для того, чтобы оценить город с высоты птичьего полета. Заодно вкусно пообедав в одном из кафе, прогулявшись по парку, расположенному там же, или окунувшись в бассейн. Иловара Флайт 3 Топ Велк, Австралия. Небольшой городок Робертсон ежегодно привлекает миллионы туристов. А все потому, что именно здесь, среди тропического леса, расположены огромное металлическое сооружение на высоте 25 метров, откуда открываются пейзажи невероятной красоты. В окружении зелени кажется, что вам, как птице, удалось взлететь на самую верхушку, чтобы насладиться первозданной природой. Биноколо, Италия. Ее уже давно нарекли дизайнерской причудой, и со стороны она кажется именно такой. Ненадежная, будто часть детского конструктора, подвешенная на веревке, на самом деле все сделано на совесть. Площадка, заканчивающаяся мостиком с козырьком, дает возможность увидеть невероятные холмы, многочисленные виноградники и красивые крохотные домики. Лангкави Скайбридж, Малайзия. Небесный мост на уровне 700 метров над землей просто завис в пространстве и ведет в никуда. Но зато это невероятный шанс получить незабываемые эмоции от сказочного вида на остров и ущелья, которые останутся на всю жизнь. А вот чтобы добраться до Лангкави, придется ехать по канатной дороге. Мир полон впечатляющих мест, а потому не теряйте время и открывайте их для себя. Приятных путешествий!